Визирь Аман был другом персидского царя Артаксеркса. Как вообще все царские фавориты, он люто ревновал к успехам других придворных. Гнев Амана вызвала независимость поведения иудея Мардохея. А тут еще Артаксеркс подшутил, велел нарядить Мардохея в царское одеяние и усадить на царского коня. Аман страстно мечтал сам выступить в этой роли, но нет, Аману велено было вести по городу коня с восседающим Мардохеем. Чуть в стороне Рембрандт изображает себя с супругой. Словно из театральной ложи наблюдают они веселое шоу. Помимо Рембрандта, триумф Мардохея запечатлели его предшественники – Лука Лейденский и Питер Ластман. Все три шедевра собраны в доме-музее Рембрандта. Прогулку эту Аман воспринял как ужасающее бесчестие. Задумал погубить не одного Мардохея, а извести вообще всех иудеев в персидском царстве. По счастью, родственницей и воспитанницей Мардохея была Эсфирь, жена Артаксеркса. Мардохей сумел убедить красавицу заступиться за соплеменников. Сцены библейской истории последовательно изобразил Арт де Гельдер, последний, самый верный ученик Рембрандта. Чтобы осуществить задуманное Мардохеем, Эсфирь недостаточно было накраситься и принарядиться. Де Гельдер передает напряжение ее сборов. Царице надлежало преодолеть страх, ведь Аман был не только премьер-министром, он был любимцем грозного Артаксеркса, другом. Умные жены знают, сколь опасны попытки мериться влиянием с закадычными друзьями мужей. Особенно если сама жена не единственная, а у Артаксеркса жен было много, и все, за исключением Эсфирь, вели себя очень скромно. И все-таки Эсфирь решается. Сообщает мужу, какой ущерб готовит злобный Аман. Без малейшей выгоды для царя намерен истребить тысячи подданных Артаксеркса, причем начиная с нее самой, ибо она иудейка. Ян Ливенс, близкий друг Рембрандта, в период написания этой картины, деливший с ним мастерскую, показывает возмущение царя самоуправством Амана. Действительно, совершать жуткие, рационально неоправдываемые поступки – это прерогатива царей, а не псарей, зовись они хоть министрами. Похожую картину чуть позже напишет ученик Рембрандта Ян Викторс. У Ливенса и Викторса эмоции героев предельно ясные, в стиле картин Ластмана, учеником которого Ливенс тоже был, и значительно дольше, чем Рембрандт. Понятно любопытство свидетеля, ожидающего за царским столом потасовки в духе голландского кабачка. Для голландца XVII века рукоприкладство было естественным развитием застольного конфликта. Вполне естественным оно выглядело и в сцене царской трапезы. Это доказывает набросок Яна Викторса, тоже видим отведенный для удара кулак. Взаимное расположение фигур Эсфирь и Амана на рисунке ученика Рембрандта напоминает зеркальное отражение тех же героев на картине Питера Ластмана, учителя Рембрандта. Правда, Ластман изобразил уже следующий эпизод роковой трапезы у царицы Эсфирь. Чтобы перевести дух от услышанного, Артаксеркс ненадолго покидает компанию, выходит в сад. Весть о злонамеренности Амана его потрясла. Аман, пользуясь минутой, бросается умолять Эсфирь о пощаде. Вернувшийся Артаксеркс принимает это за сексуальные домогательства. Женщины умеют создать у мужей такое впечатление. Ластман прекрасно передает находчивость Эсфири, конфуз Амана, гнев Артаксеркса, удивление свидетелей. Он любит населять картину персонажами, а также элементами зодчества, эффектными нарядами и атрибутами, изумляющими изобретательностью изображения. Взять хотя бы эти складки на типично по-голландски отутюженной скатерти. Гениальный ученик Ластмана напишет картину принципиально иную. Находится она в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. Среди знатоков бытует мнение, что это лучшая картина в Москве. Картина отличается от всего, что было на этот сюжет написано до и после Рембрандта. Отличается минимализмом деталей, предельной концентрацией трагического ощущения, отсутствием внешнего движения. Происшедшее отшумело и замерло на века, и с тех пор сами века воспроизводят сюжеты книги. Имеющего глаза увиденное завораживает. Правитель Аман разоблачен в том, что пытался во зло использовать доверие царя, задумал истребить целый народ и, более того, коварно вовлек в этот грех самого царя, поскольку карательный указ вышел от имени Артаксеркса. Разницей в тоне Аман отделен от сияющего центра, объединившего царя и царицу. Их союз включен в треугольник, в который отвергнутый визирь отныне не вхож. Рисунки показывают, что это композиционное решение найдено Рембрандтом в результате проб и поисков. Малодушно поддавшись гневу, Аман обречен потерять дружбу царя, но и как следствие величие, богатство, власть, наконец, саму жизнь. Был он владыкой, был злым, был коварным, но только все в прошлом. У Рембрандта не пробуждает Аман ни страха, ни ненависти, но более всего печаль. Печаль, быть может, еще и о том, что каждый из нас всяк по-своему грешен. Обнаженная шея сутулившегося Амана готова для казни. Последний и самый преданный ученик Рембрандта, Арт де Гельдер, прожил долгую художественную жизнь. Де Гельдер иллюстрировал едва ли не все сюжетные повороты книги «Эсфири», сохранял при этом верность художественным идеям Рембрандта. Картины де Гельдера превосходны, но при этом не столь экстремальны, как шедевры учителя. В 60-е годы 17 века 20-летний Арт начинает с того, что в рембрандтовской мастерской и вполне в рембрандтовском духе пишет царя. Его царь, правда, не по-рембрандтовски благодушен, но в остальном это тот же человек, что на перу царицы Эсфири. Широкое лицо, глубокий взгляд, прямой нос, мощный подбородок. Царя с этим характерным типом лица не раз встретим у Рембрандта. Набросок. А вот тот же внушительный образ в живописи на картине раннего амстердамского периода. Лица на картинах Рембрандта и де Гельдера различаются только наличием и отсутствием бороды. Важнее различие в эмоциях. У де Гельдера спокойное удовлетворение. Губы растянуты, глаза сужены от улыбки. У Рембрандта чрезвычайное огорчение, сжаты в нить собраны губы, бездонное горе в расширившихся глазах, словно обернутых внутрь, разглядевших в собственной душе бездну, постигшей ее утраты. Артаксеркс не просто узнал нечто новое для себя. Узнав о злодействе Амана, он пережил страшное разочарование и подавлен. Аман был для него больше, чем чиновником. Аман был ближайшим человеком, был другом. Всякий мужчина понимает, сколь тяжела, невосполнима такая потеря. Примерно то же переживание передает Ян Викторс, ученик Рембрандта. Передает средствами, доступными сознанию, даже не самого вдумчивого зрителя. Потрясенный услышанным, Артаксеркс словно умоляет царицу не продолжать, останавливающий жест рукой, смесь ужаса и сожаления на лице. Картина вполне могла быть достойной кисти самого Рембрандта, во всяком случае написана под явным его влиянием, ведь даже центральный персонаж очень напоминает восточные фантазии Рембрандта. Правда, у Рембрандта царь внешне сдержаннее, чем у Викторса. Подавно он не машет руками, не восклицает и кулаками не грозит, как на картинах предшественников. Неподвижность, величайшее напряжение, в онемевшей руке скипетр, какая отрада в величии, когда не сохранит оно верности, когда рухнула дружба. Эсфирь рисковала жизнью, решившись разрубить узы, связывающие царя и его любимца. Она победила, хотя больше было шансов погибнуть. Фигура Эсфири скована, она все еще сосредоточена, но облик ее лучезарен. Таковы платье, украшенное жемчугами, золотой плащ. Эсфирь – солнце этой картины. В лице царицы нет торжества, скорее тень обреченности. Рембрандт наделяет царицу профилем Саскии, на этот раз отрешенным и неземным, ангельским. Саския умерла 20 лет назад. Воодушевляющая подруга, украшение живописных спектаклей его молодости. Она снова на созданной Рембрандтом сцене в роли Эсфирь. И это далеко не первый ретроспективный, идеализированный профиль Саскии. Вспоминаются портреты в образе Флоры и в красной шляпе, написанные с разницей в 10 лет. В роли библейской царицы Саския появляется в последнее десятилетие жизни Рембрандта. Композиция построена так, что плащу Эсфирь отведено холста столько же, сколько на фигуру Амана. Это противоборствующие силы. Отныне в государстве Артаксеркса иудеи обретают свое место под солнцем. Место это, образно говоря, под сияющим плащом царицы. В отличие от учителя, товарища, учеников, давших прекрасные иллюстрации страницам Священного Писания, Рембрандт средствами живописи творит свою Библию. Библию от Рембрандта.